Вот тут где тепло-то спать. Лиза, доброе утро. В печку улеглась спать. Хоть не буду спать, лишь бы грела. Доброй ночи, дорогие мои друзья. Я не ошиблась, действительно на улице половина третьего ночи. Я стою на улице Ростовская и жду белый Мерседес. Ночь очень теплая. И в сторону моря нескончаемый поток машин даже в ночное время. Тихо, спокойно прогуливается молодежь. Вы тоже Мерседес ждете? Да. Белый? До Краснодара? Все, по пути вместе с вами едем. Из минуты в минуту в 2:40 едет белый Мерседес до города Краснодара. И самые первые можем выбрать любое понравившееся место. Город Краснодар. Следующая остановка – Северная улица. Оперативный рынок. Следующая остановка – улица Янковского. Остановка – Краснодарская ТЭЦ. Следующая остановка – Ясли Сад. Утро в Краснодаре. Остановка улицы Благовилова. Пробки, пробки, пробки. Торговый центр Озмол. Шикарные розы. И так все лето они цветут. Улица Красная. Ура, дорога свободна.
ладно, едем. Наверное, бабочка. Наверное. Или жучок. Ага. Лапкой, лапкой. Даже лапку-то какая вкусная. Ах, как сладко. Пукля. А, пукля. Да? Мур? Пупля, бупля, красотуля. Бабочка улетела. Ты букля? Ты букля? Пупля, ты букля. Ах, ты букля. Ах, ты такая пестрянка. Она похудела, какая-то стала маленькая. Вот это киви? Да. В горшочках? Да. Да ладно. Да. Ишь ты. Угу. Вот это да. Так у тебя уже огурцы пошли, все хорошо. Угу. Триходермы надо маленькие. Угу. Они же подвялывались, потому что я вчера-то... Так, Валя, а вот это что у тебя в горшке? Лимон. 4 лимона завязалось. Вижу, что завязались вот там. Вот. Вижу, лимон, вижу, вижу, вижу. Вот. А там нароса. А еще у меня отрос лавровый лист, который я привезла черенком из Сочи. Из Сочи. Покажу. Хорошо. Угу, угу. Отлично. Вот эту теплицу. Валентина. Одна, собственно, ручно. Да. Сама. Наша юбилярша. Рыжик, это как зовут? Рыжик. Рыжик? Давай ему и солнышко рыжее, больше его никак. Рыжик. 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 Ку-ку. Опа. Прыг. Валя, это твоя клубничка. Это молодая у тебя клубника. Это Джоли, а там Мурана. Вот это, вот этот ряд, да, Джоли, Джоли, а это Мурана. Это... Но у них и листочки разные видно, да? Новая ремонтантная клубника, которая mm-hmm. плодоносит до ноября месяца. Да ты что? Вот крупная я ягода. Да, я ее рассаживаю, потому что усы дает, uh-huh. в баночке. А, да, вот вижу, ты в баночке делаешь. Первую ягоду я сняла 32 грамма. Слушай, ну очень хорошая клубничка, крупная. Очень, очень, да, очень. Ягода крупная. Ага, красивая. Красивая, да. Посмотри, так она еще только совсем молодая, это же первые ягодки у нее, да, еще. Я ее посадила весной. Угу. Весной и не давала я ягоды, светоносы убирала, чтобы она... Немножко нарастила. А вот эти вот, ой, вообще какие красавицы. Так, я обойду-ка их получше, чтобы их было разглядеть. Вот они, красавицы. Хорошая крупная ягода. Да какая она вкусная, это вот сорви и съешь. Полетел. Здесь над нами взлетная полоса, аэропорт в 10 минутах. И вот она, ягодка. Ой, рыжик, рыжик, рыжик. Сейчас попробуем ягодку, Валя вымыла, попробую на вкус ягоду, интересно. Уж какая она вкусная. Она крепкая? Да. Сочная. Очень сочная и ароматная, понимаешь, вот есть ягоду откусишь, она как бы пустоватая. А здесь все в ней присутствует. И аромат, и вкус, и сладость вот такая вот умеренная. И чуть-чуть такая небольшая легкая кислинка. Очень приятная ягода. Очень хорошая. Угу. Прелесть. Вот они. Вот блаженство-то какое, а. В тенечке, под черешней лежат, отдыхают. Хвостиками помахивают. Сейчас еще баловаться буду. Они играют. Они же молодые. А Катя с ними не играет? Нет. Ну, та уже... Та уже почтенная дама. Да, почтенная, да, она. Да, да. А это самый возраст. Рыжик, так он вообще молодой. Букля-то она уже такая, середнячок.
она уже побывала в переделках. Прошла огонь и воду и медные трубы. А рыжик-то еще молодой, еще. Рыжий-рыжий еще. Два урожая дает. Вот этот инжир дает два урожая? Это с Крыма мне прислали. А, вот это в посылке тебе приходило. Да. И вот тут он потихоньку отходит. Но... Елочка, уральская елочка. Вот, ничего себе. Это вы что, прям привезли, правда? Да правда, у меня тут 16 штук было. А, вот она. Мы с карьера с Гальянского привезли. Да ты что? Да, вот это классно, память. Раздарила. Вот это память. Да. Пусть растет. Конечно. А розы, красавица. А вообще, да. Кубань, конечно, полыхает розами. Конечно. Ты понимаешь? Да. Это что-то. Это просто... Да. Видишь, насадила же от черенков, и вот она же, роза вся принялась. Да? Посмотри, какие желтенькие. Желтенькие. Они, главное, не высокого роста. Это у них сорт такой, да? И у них лепесточки такие блестящие. Они прямо, вот посмотри, как будто лаком покрытые. Она переливаются. Она здоровая. Вот да, она сама по себе. Угу. И вот это роза. Красота. Далее. Валя, да. Тут у тебя зеленая грядка, красавица. Да. Все и на ней растет. Все растет. Мелисса. Это мелисса, это девесин, это вот опять же тимьян. Слушай, ну мелисса это все, это все. Понюхай. Ой. Аромат. Это тоже тимьян, а это орегано, душица. Душица? Душица, да? Душица. Очень хороша. Угу. А вот это чебрец вот сиреневым цветет. Да, вот да, это да, вот, да, это да, чебрец. Да. Чебрец. А это у тебя фиолетовый и зеленый, сейчас скажу, базилик. Это тоже у тебя мелисса. Это котовник, такой же, как мелисса почти. Он? Немножко. А он по-другому пахнет. Ну, это разновидность мелиссы. Конечно. Только название по-другому. Ревень и валерьянка. Так, а валерьянку кошки ничего? Они, им без разницы, да? Они грызут тогда, когда она обрезанная. Слушай, а какой аромат у нее приятный. Даже она не пахнет валерьянкой, ты понимаешь? Нет, вот... а корни только пахнут валерьянкой. Угу, она очень приятный аромат имеет. Очень приятный аромат. Вот это валерьяна. Дай бог, цветущая. Вот этот как болел виноград нижний. А скажи, пожалуйста, ты его опрыскивала чем? Нет, виноград? Я им его обрабатываю. Аллерин, гамаир, триходерма, сода. Угу. Все. Никакими химикатами. Вот. Никакими. И вот триходерма я выходила вот этот виноград. Это вот который я тебе привозила из Ейска, триходерму? Да. Ты его не могла здесь купить нигде? Да. Ну, потом уже стало появляться. А сейчас появилось, да? Ну, хорошо. А этот вот... зеленый, крупный, этот синий, а этот такой крупный, вот прямо как, знаешь, как вот пальчики дамские, только он круглый. Круглый виноград, да. Он как болел, он один сучок только. А сейчас ты все выходила? Выходила. Все выходила, ну ты умничка. Вот такой он красивый. Вот я его тоже отчелила. Там все проснулись. Все проснулись. Там дети проснулись. Ну пойдем, будем. Кашу варить. Кашу варить, конечно. Всем приятного аппетита. И нам тоже. Вот. Посмотрим, как нам повар сварил. Вкуснятина, правда? Молодец. Плов заварганил целую кастрюльку. Вкуснотища. Ой, молодец какой. Все спят. Все отдыхают. Володя трудится. На благо женщин. Надо же помогать чем-то. А как же? Тем много, каждый варил свое. Володя варил плов, я варила рассольник. Потом мы вместе варили все лапшу, суп-лапшу домашнюю. Чем еще варили? Суп, чай. Суп детям еще варили отдельно, суп, кашу варили детям. Чего мы только не варили. Юбилейный торт мы с собой его в ресторан не возьмем, а будем пробовать дома.
Знаменитый Наполеон готовила сама юбилярша. Мы его все знаем, этот Наполеон. Он безумно вкусный, он тает во рту. Я вас тоже всех угощаю Наполеоном, чтоб досталось всем. Вкусный, красивый, шикарный. А какой он ароматный. Ну что, режем? Режем? Ура! Давай, Валюша! Так. Крепкий. Очень. Так, чашечки тебе не мешают? Так. Молодец. Он же стоял под прессом. Под прессом? Собственного изготовления. Всегда сама стряпает тортики, только сама. Никаких магазинных. Правда? Угу. Да. Так. Мы даже в разрезе можем показать. Кусочек. Кусочек в разрезе показать. Вот он. Сколько слоев тут, Валь? 53 или 54. Вот так вот. Представляете, сколько трудилась именинница? 53 слоя выпечь нужно. Надо было 70. Да, надо было 70. Полтора рецепта заводить. Ну что, будем пить чай. И всем приятного аппетита. Шикарный тортик. Лайки не забудьте. Так, именинница, давай. Да, именинница, первый кусочек тебе. Вот еще раз. Вот он в разрезе. Но до того шикарен торт. Не передать вкусовые ощущения. Я уже попробовал, очень вкусно. Очень вкусно, да, Володя? То, как он выглядит и то, какой он на вкус, это... Такого не купить. Нет, не купить. И не каждый сделает. Но у меня пока не получается. Да, это правда. Это уже индивидуальное. Это надо уже... руку набить. Конечно. За 70 лет рука набита. Ну, естественно, да. Юбилей. Прошло ровно 5 минут. От торта остались одни крошки. Красавица ты наша. Старша наша. Добрый день, ура! Да, бабушка. Ты можешь то-то, что не можем мы. Вот как моя золотая. Ты бабуля? А? Молодец. Ты хороший. Мой замечательный. Наелся? Да. А компотик попил? Вот это да. Самые главные слова. Сок попил нижнего. Тагила. Будьте здоровы и счастливы вы. Успехов больших вам и маленьких. Все, что бы вы ни задумали, пусть все получается. Ну что, Тагил рулит? Тагил вообще рулит. Посмотри, какие портреты сделали нам, красивые фотографии.